Добрый день, добрый слушатель. Сегодня 7.07.2012 года. Это помещение музея центра имени Рериха. Я Вячеслав Славиш, и вы? Рашиба Геосанта, поющий канал. Значит, данная работа называется «Местосознание». Это работа из целой серии работ, которая называется «Матрица божественных состояний души» или «Матрица расширения сознания». То есть это определенная ступень восхождения духа человека, поднятия его сознания. Сейчас будет пропета вашим голосом вот именно эта работа. С Богом. Прекрасно, Марина. Волшебно. Просто волшебно. Спасибо. Вот это да. Да, но это же искусство было у вас всегда. Вы всегда писали живую картину. Еще что-то, может,
Хочу радость. Есть у вас радость, картина радости? Радости. Картина радости. Радость серьезная. Песня души звучит. Спасибо. Можно вот сюда сначала? Звукорежиссер, который может поставить картины вместе со звуком в отдельности. Да-да-да.